Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Ну а перед просмотром этого ролика попрошу вас поставить лайк. Новый год у нас прошел, все отлично. Мы разыграли 40 призов. Разыграли фуру, НРГ. И на данный момент на стримах я раздаю призы всем людям, которые, собственно говоря, победили. Но, ребят, это еще не все. Хочется вам, знаете, что сказать? Если будет хороший актив на канале после этого розыгрыша, примерно 1-2 дня, я запущу еще один розыгрыш на 250 миллионов и примерно на 20-30 призовых мест. Думаю, это будет неплохой такой конкурс, ну и будет он примерно на недельку, на две. Поэтому не забудь поставить лайк, подписаться на канал. И, кстати, кто победил в предыдущем ролике? А победил вот этот вот человечек. Ему отдаются 5 миллионов, напиши мне, братик, либо ВКонтакте, либо же на Ютубе, мы с тобой свяжемся, и я тебе передам 5 миллионов вирт. Но если ты так же, как он, хочешь выиграть 5 миллионов вирт, я тебе советую просто писать свой ник в описании под этим видео. Ну и, конечно же, поставить лайк и открыть фид своего канала, чтобы было видно то, что ты поставил лайк. Потому что выбор победителей происходит довольно-таки сложно, и многие люди просто не ставят лайк, либо у них скрытый фид канала, поэтому я даже не вижу, что, типа, вы поставили лайк и все в этом духе. Но, ребята, если у вас все открыто, все прекрасно, вы сможете получить 5 миллионов от Бароныча. Я по-прежнему играю, ребят, на Аризоне Брейнбург. Мой никнейм Барон Коронос. Его можно вводить в ник приглашения, и в случае достижения вами третьего уровня я вам дам 500 тысяч вирт. Что я сегодня хочу сделать? Прописываем команду FAM-меню. Это интересная команда. Информацию о семье можно даже посмотреть. Сейчас у меня 16 человек в семье, очень мало людей, ребят. Если кто-то хочет, просто на стримах мне пишите то, что Барон, прими в семью, и я вас просто инвайтну. Улучшения у нас практически все куплены, и на данный момент, как по названию ролика вы уже поняли, я хочу купить бренд этой семье, чтобы было у нас все супер. Ну что ж, у нас имеется семейная квартира, у нас имеется галочка, но у нас нет бренда, и вот что нам этот бренд дает. Специальный знак выделяет вас от других семей. Повышенные шансы получения рулеток в собирателях и дерби. Семейный адвокат сможет с вероятностью 50% освободить вас от ТСР. Доступ к информационному центру через телефон. Возможность владеть одним домом больше. Вот это на самом деле пункт последний, владеть домом больше. Мне он до сих пор непонятен, но мне кажется, то есть ты сможешь иметь два дома, либо три дома, не знаю точно. Если я сейчас нажму «принять», это будет жестко. Для начала давай посмотрим, сколько у нас онлайн людей в семье. Несколько человек. Замдиректора есть у нас даже какой-то. Ух ты, слушай, опасный парень. Артем Корн, Кевин Форд. Ну и, соответственно, я. То есть заместитель, замдиректора и, соответственно, обычный гражданин. Ну что ж, давайте прописываем еще раз команду FAM-меню и покупаем галочку, ребят. Опять же, посмотрим, что будет за реакция у людей, которые увидят вот это все. Стоимость 80, ребят, на секундочку, миллионов вирт. Это очень крупная сумма. Конечно, не каждому игроку можно это заработать. Но как я открыл 2000 рулеток, лучше бы, честно говоря, их продал, потому что открыл я 2600 рулеток, даже, может быть, 2650 рулеток. И это на секундочку 2,5 миллиарда вирт. Да, но получил я с этого миллиард. Фигово, конечно, но да ладно, ребят, покупаем. Оформил бренд для нашей семьи. Все, ребят, это просто, ребят, топ Фома. Тупо топ Фома, есть галочка, есть бренд, есть семейная квартира, есть абсолютно все. Что касательно информации, или если мы опять же пропишем FAM-меню, перейдем в семейную квартиру, информация о квартире у нас не куплена. Единственное, что это мародеры и рыбный цех. Как-то вот так, ребят, то есть, в принципе, Фома сейчас процветает. У нас куплено очень много улучшений, плюс есть бренд, есть галочка, и еще чуть-чуть осталось. И, ребят, мы будем реально топовой Фомой. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вы хорошо отметили Новый год, и все вам понравилось в этом новом году. Ну и надеюсь, то, что у вас исполнятся ваши мечты, которые вы хотите там реализовать, либо что-то себе приобрести интересное и новое, ребята. Никогда не сдавайтесь. Ну и, собственно говоря, все. На этом мы заканчиваем данное видео. Наконец-то у нас есть бренд. И это достойно, я думаю, уважения. Конечно, у меня осталось довольно мало денег. Хотя ни хрена себе мало. 456 миллионов вирт, ребят. Это огромнейшая сумма. Полмиллиарда вирт. И вот примерно так вот уходит мой миллиард. Насчет ухода миллиарда я еще запишу обязательно ролик, как я его трачу, куда все это уходит, потому что многим было бы, может быть, это интересно, куда же я могу слить целый миллиард вирт.
Ведь это огромная сумма. Если ты тоже хочешь это увидеть, как я буду сливать весь этот миллиард и главное куда, ставь лайк и подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Ну а на этом я заканчиваю, ребята. Всем удачи и всем пока.